Весна для хореографического ансамбля «Сказка» выдалась плодотворная. Самое крупное достижение – гран-при международного конкурса «Dance Continent». Среди десятков коллективов со всей страны жюри присудило главную награду ивановцам. Город невест представил на соревновании три состава. Да, это старшие девочки, которым после 16 лет, это 9-12 лет. И это совсем маленькие, которые первый раз поехали, группа «Лучики», им 6-8 лет. Конкурентов было очень много, конкуренты очень сильные, от Владивостока до Геленджика. Недавно танцевальная студия переехала в новое просторное здание. С теми, кто хочет научиться эффектно двигаться под музыку, работают профессиональные хореографы. Прежде чем выступать на большой сцене, нужно освоить азы и технику. Затем совместно с педагогом коллектив разрабатывает номер. С каждым годом удивить требовательное жюри все сложнее. Мы собираемся вместе с ребятами, устраиваем мозговой штурм, и дети, и мы в союзе начинаем вместе придумывать какие-то самые разные идеи, которые потом, в принципе, могут реализоваться, и были такие талантливые постановки, которые мы делали именно с детьми. К международному конкурсу в столице коллектив готовился не один месяц. Поставили спектакль с элементами хореографии и еще 6 номеров, по 2 для каждой возрастной категории. В выступлениях коллектив оправдывает свое название «Сказка». За несколько минут на сцене разворачивается волшебное повествование с героями и сюжетом. Девушки признаются, что такие танцы намного интереснее. Чтобы постоянно повышать профессиональный уровень, нужно внимательно следить за работой коллег по цеху. Было много других коллективов, мы смотрели на них, очень много интересных работ. Со всей страны съезжались сильные коллективы. Вот. И поэтому было очень неожиданно получить такую высокую награду. Мы очень радовались, некоторые даже плакали. Вот, весь большой коллектив, все обнимались, были очень счастливы. И педагоги, и участники коллектива уверены, что высокая награда не должна вскружить голову. Оценка жюри лишь подстегнет к дальнейшим победам. «Сказку» уже пригласили на несколько крупных конкурсов. Один из них пройдет в Санкт-Петербурге. Ивановские девушки настроены только на победу. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.